По окончании командного чемпионата Европы гости и участники соревнований поделились своими впечатлениями. На карте, скажем так, спортивной России появился еще один город, который способен проводить крупные события. Не случайно здесь сейчас в ближайшее время пройдет и чемпионат России, который будет квалификационным для отбора на мир. И здесь будут и Кубок мира по ходьбе. Мы будем думать, как еще крупные события сюда отдавать, потому что здесь с душой работают люди, с энтузиазмом. Ну и самое главное, в общем, открытая, добродушная публика, знаете, такая гостеприимная. И поддерживала вот сегодня все спортсмены, руководство Международной Федерации говорили о том, что не только своих спортсменов поддерживают, а всех. Они просто болеют за красивый спорт, они поддерживают. Мы видели, как они Лавельни поддерживали, когда он пытался там прыгнуть 6-0-1-0-2. Да. Поэтому, конечно, для этого здесь все условия созданы. Так что спасибо всем. И, конечно, с огромной благодарностью вы сделали все, чтобы еще раз престиж России поднять и показать, что Россия не только Москвой и Питером сильна, что Россия – это многонациональное, большое государство, открытое. Для нас это очень важно. Спасибо. Я вот уже был исполнительным директором многих организационных комитетов соревнований по легкой атлетике в России, включая чемпионат мира в Москве. И каждый раз, когда заканчивается соревнование, есть какое-то неудовлетворенность, какое-то ощущение что-то не сделанного, недоделанного. Вот первый раз, честное слово, первый раз вот в моей жизни у меня есть удовлетворение. Я доволен. Мы практически реализовали все, что задумали вместе с республикой, с городом. И это действительно получился праздник. Нам много чего помогало, все было за нас. За нас была погода, хоть было жарко, но это гораздо лучше, чем дождь и холод, который был накануне. И нам помогло, конечно, хорошее выступление сборной команды. Это все создает настроение. Организация была на высшем уровне. Огромное спасибо, пользуясь случаем, хочу выразить Михаила Васильевича Игнатьева, Сергея Владимировича Мельникова за столь высоко качественную проделанную работу. В общем, я могу сказать от своей сборной и от других сборных, кто вот с ребят с нами общались, все просто в восторге. Президент Европейской ассоциации легкоатлетики приехал, он просто сказал вау. Вот, его шокировало открытие, само соревнование сами, то есть насколько публика гостеприимна. И он говорит, такого чемпионата нигде никогда я не видел, и он говорит, вряд ли увижу еще. Я говорю, ну вы приезжайте в Россию, давайте делать чемпионаты в России, но в частности здесь, если это будет вообще, вы всегда будете рады.